за преданность профессии и качественную работу в период пандемии. Фельдшер отделения неотложной помощи 5-й детской поликлиники в Ульяновске Сергея Ульдерова в преддверии Дня медика отметили наградой. Очередной, но не менее важной. Мы уже почти 20 лет работаем. Можно сказать, да, с детства в медицине. Мама работала сельскохозяйкой у меня в детской санатории «Звездочка». Рос я там практически все детство, поэтому даже вариантов не было, куда идти. Половину своего трудового стажа Сергей лечил взрослых пациентов, работая на станции скорой помощи и в санавиации. Последние 8 лет мужчина трудится в поликлинике, помогая совсем маленьким пациентам и подросткам. Говорит, что улыбка, дружелюбие, обаяние – главные ключики в лечении детей. Ну, когда детишки уже видят, что они поправляются, начинают радоваться, поэтому, да, как ты смотришь, снова настроение поднимается, и сразу веселее, легче жить. Рабочий день медика начинается в 8, однако пандемия внесла коррективы в график и сам процесс. Фельдшер стал в основном выезжать в защитном костюме и делать детишкам тесты на COVID-19. В целом теперь переходим на работу, заполняем сразу все направления, пробирки подписываем для выезда на забор анализов. Одеваемся, едем, потом дальше по лабораториям все развозим по-разному. У нас пока 2 лаборатории, на Радищево мы возим детскую областную и на Комсомольский. Поэтому... И дальше также документации, обработка, стирка костюмов. Сергей признается, и до коронавируса выездов хватало. В день обслуживал по 20 вызовов. Сейчас больше. Первое время было тяжело, однако и к СИЗам привык быстро, и домой приходить поздно тоже привык. Во всем старается искать плюсы. Домой приходишь иногда просто уже вымотанный до нельзя. Ужин, чай, уже просто час перед телевизором и все. Были моменты, когда все хотелось бросить. Ну, бывает, конечно, и такое, когда совсем уже вот много работ наваливается, да, конечно, бывает, но... Ну, что останавливает при этом? Да даже не знаю, просто не могу уйти, и все. Ну, вот это мое. Я пришел, все, больше ничего не хочу. Помимо медицины, Сергей любит путешествовать, а свой профессиональный праздник обычно отмечает в кругу близких и коллег где-нибудь за городом. Рената Льгулова, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.